Андрей Дмитриевич, что нужно знать, чтобы перестать бояться коронавируса населения? Ну, во-первых, надо знать, что мы рядом, потому что у нас уже накапливается опыт, и мы сейчас одни из самых опытных по лечению коронавируса в другом нашем филиале. Тем более, что мы лечим пациентов сложных. Онкология плюс коронавирус, онкология плюс урология и коронавирус. И второе, конечно, нужно четко понимать, что мы сейчас должны заниматься гигиеной, очень серьезной. Вирус тяжелый, садится на поверхности, поэтому обувь обрабатывать, руки обрабатывать, за лицо не браться руками и масочно-перчаточный режим везде. Вы же, получается, урологию в Москве полностью, да, переносили, да, под ковид? Мы перевели часть пациентов, то есть мы всю урологическую клинику перевели в Герцена, и сюда часть специалистов и принимаем. Но там принимаем пациентов, помещение переоснастили под онкологию и коронавирус.